Давайте сюда ближе сядьте, Арсений и Ваня, с кем мамы разговаривали. Чашки, вон они, конечно, ничего, только ложек нет. Ваня, садись рядышком. Где-то. Тебе принесла. Я так, мы сейчас будем говорить. Домой. Кто пожелает что-то сказать, поднимите руку. Можно будет выступить. Сейчас звонила мама Арсению. До этого звонила бабушка. Я вопрос задаю, почему другим не звонят? Вот двое. Ксении никто не звонил. Мне вчера звонили. Полинарий не звонил. Ну, Паша, тут бабушка. Дроботы трое, никто не звонит. Почему? Мне вчера звонили. Потому что вас знают хорошо. А? Потому что вас очень хорошо знают. Меня хорошо знают. Причина какая? Они не звонят, меня хорошо знают. А ты, Паш, думаешь, почему? Потому что они за них заботятся, потому что они не самостоятельные. Потому что они что? Не самостоятельные. То есть вы не самостоятельные. Видите, какой? Еще какие мнения? Ну-ка. А может, просто звонили на сотовый? Погромче. Громче. Может, просто на сотовый звонили? Так, Ваня, что он сказал? Громче можешь говорить. Просто на сотовый звонили. Ты не понял. Я сам не понял, что она сказала. Ну, так не понял, так повтори еще раз. Может, они на сотовый звонили? Что сказала-то? На сотовый, может, звонили. На сотовый телефон, может быть, звонили. Звонили, сейчас я им подавала, они звонили. Почему им звонят, вот двоим? А остальным, я спрашиваю, ни разу не звонили. Причина мне вчера какая? Звонили. Ну, у некоторых родителей... Паша тут... отвечает так. Так, отвечай. Может, они просто переживают, что они не самостоятельно ничего не смогут без них? Слышишь, все. Переживают они не самостоятельно, ничего не смогут. Ну, понятно. То есть, неодобрительно. Вы понимаете, вот когда перевозят в новое место, допустим, решили, что здесь должны жить барсуки. Их туда перевозят, смотрят, как обстановка. И говорят, им понравилось здесь, они норы стали рыть сразу там, малыши от них пошли. Нравятся рыбки, значит, а рыбка плодится. Она весело играет. Не нравится, она выскакивает из воды, рот хватает, и человек точно так же. Я тебя спросил, Ваня, тебе нравится, где ты говоришь, нет, не нравится. Теперь поясни, что не нравится, потому что наши сутки состоят, мы утром встаем до вечера, потом спим. Тебе не нравится днем или ночью? Ностальгия. А? Ностальгия. Что? Ностальгия. О чем? По родине. По родине. Ну а как это нравится, не нравится? Человек едет, допустим, в отпуск, командировку отправляет на Северный полюс. Космонавты улетают больше года там. Там не нравится, ему дышать нечем бывает, а он работает, это жизнь. Ну а когда у него это появилось качество? В юном возрасте. Ты прочитай про Спарту, как их готовили. В 6 лет полностью ребенок терял связь с семьей. И как их учили? Выпускной вечер. У нас как? Экзамены надо дать, а у них пароли. Если он скривил лицо или закрыл, его выгоняли. Выгоняли, теперь целый месяц ты должен ходить где-то что-то своровать, чем хочешь питаться, а потом вернуться домой. Самые лучшие бойцы были в мировой практике. Ну давай по порядку. Ностальгии нет. Допустим, ты дома во сколько вставал? Часов 7. 7. Здесь в 5. Разница какая? 2 часа. 2 часа. За 2 часа много можно сделать? Много. А ты слышал такую пословицу? Кто поздно встает, тому что? Бог дает. Ничего не дает. Кто рано встает, тому? Бог подает. Тому? Бог подает. Подает, потому что ты работаешь. Есть люди, допустим, ты слышал Елизаров, нет? Костник. Врач. Не знаешь. Куранский профессор. Вот кости наращивают у человека, когда сломана нога. Профессор всемирно известный. Он спал 3 часа. Эдисон, электричество нашедший. 3 часа. Виктор Николаевич, продолжи, где он? Он ушел. А, он ушел. Леонардо да Винчи. 3-2.5 часа. Значит, со сном меньше спать. И тогда человек здоровее. А если он идет за 7 часов, больше спит, он больной, у него больное сердце, он уже отжил. Значит, вам неправильный сон, неправильное время вставания было. Дальше, вот с первого дня мы что, пустотой мы не занимались. Вот мы ходили на пруд, мы убирали деревья, какие там поваленные были. Для чего? Сейчас мы ищем, в каком районе нанять бульдозер, поднять плотину, развести рыбу. Хорошее дело? Хорошее. Хорошее дело. Дома ты этого делать не мог. Да, по порядку. По порядку сейчас скажи. Мы находимся на свежем воздухе обедом. Или в комнате в запертой. Где лучше? На свежем воздухе. На свежем воздухе. Понимаешь, ты плюсы ставишь-то в обратном направлении. Так, ты на костре вчера был. Чем занимались там?
Сидели, слушали, песни пели. Песни пели, костер был, картошка. Ну, даже, может, до звезд, я не знаю, сколько вы сидели. Или сидеть дома у телевизора, что лучше? На костре, но я у телевизора не сижу дома. А? Я у телевизора дома не сижу. Ну, не сидишь, ну, с чем ты, заменитель какой, да, что у нас вчера было? С чем? Гуляю, учусь. Ну, еще гуляешь-то ты. Работаю на огороде. Костер. Галь, набирай себе сушу. Ну, согласись о том, что костер, когда все поют и ждут картошку, и приходят гости, ну, это не двумя человеками строится. А тогда там со всеми вместе. Какое место, как приготовлено. Как позаботились костер залить, Никита тащит ведро, для вас там приготовили что-то. Вы в этом видите, что забота о вас? Да. Ты сегодня был в бане или дома в душе? Разница есть? Есть. Да, большая разница. Итак, ты говоришь, мне не нравится, ты маме должен объяснить, написать, что именно не нравится. Когда мы так разбирали одного мальчика, а он большой, лет 12, а он написал, кормят здесь плохо. Как поднялся весь лагерь, да ты что, там этого Валерка, он заглох. Дальше что? Воспитатели плохие, ну тут его заклевали совсем. Солнце плохое, облака плохие, говорит, земля плохая. То есть тут он уже, его ни слова не знают, куда дальше идти. А остальные все радостные, посмотри на нее, она светет. Гляньте на наших девчат-то, какие они. На свежем воздухе, так это 3 дня. А через 3-то недели они разве такие будут? Ты должен маму порадовать. И мама мне сказала, ну, засмеялась и все. Ему, конечно, это в новинку и проще. Перемени обстановку. Я просил, чтобы мама порадовалась. Она платит деньги за тебя. Она хотела как лучше. А что лучше, ты сам подтвердил, что это лучше. Видите, вот чтобы комара не было. А это вот крапива, это в ней старая, она как железо. Я махал, я не могу отойти, сердце у меня схватило. И второй день не могу сердце на место поставить. С чем, чтобы вам было хорошо. Я махал. Ты сам видишь, что мы отмахали вон туда. Все. А комар оттуда, ну сейчас сидим, то практически ни одного комара нету. Все, отдувается. Так, сегодня мы пойдем в храм. Вы сказали, что вы православные. В храме молиться будем. Где, в каком лагере, чтобы в храм ходили? Много ли таких лагерей? Есть один, вот в епархии. Есть. Где такое, чтобы строго пост соблюдали, как у нас? Такого лагеря вообще нигде нету. И смотри, какие воспитатели, какие повара, как все готовят. Ну и пища-то вкусная же. Да. Здоровая. А когда сейчас кончится пост, тут начнется творог, яйца, мясо, еще только тут нету, тащат. Ну, пост, мы православные, вопрос с повестки снятый. Никогда не будем нарушать. Так, к Арсению переходим. Арсений, а что ты заплакал, разговаривал по телефону-то? Тебя что они сказали, в рабы продали, наверное? Нет. Ты не выдержался, что ты так вот? Я тебя просил. Ты порадовал бы бабушку, она приходила с тобою. Бабушка-то у тебя как огонек горит. Так ведь? Замечательная. И ты-то, я тебе сказал, проверить тебя, побежал, ты туда, обратно, ты шустрый такой. Просьба переменить обстановку. Так, посмотри вокруг, прям текут слезы с парня. Ну ничего, ты стремишься убежать-то не куда-то, а домой. Вот, поэтому здесь нам хорошо. Когда приедешь домой, у тебя есть что будет рассказать. Кроме того, будут стоять фильмы, что мы разговариваем с тобой. Сейчас это снимается, это будет в интернете. И ты скажешь, да, я тосковал, ничего тут плохого нет. Дом ты привязанный, как он, Ваня сказал, ностальгия. У меня, я точно такой же, как вы. Меня степь вырастила, я на степи был. И когда в Кольщину пошли учиться, у нас 4 класса, так я уже в четверг мог сказать, послезавтра суббота. Слово послезавтра, а за послезавтра такого нету. Я уже прихожу без учебников, учительница только сказала последний урок, я как рванул, и вон где это... Каланчата стоит, почти оттуда. 6 километров бегу, лоб перехожу шагом, дальше опять, я первый сюда прибегал. Домой. Прибегаю домой, первым делом что? У нас пригон вместе с избой. Там мух много, мне надо всех мух переколоть. Как? Отрава. Мушиная такая была бумажка, с мухой нарисованная. Так там сгребает, наверное, килограммами. Я сразу засучиваю рукава, начинаю пол мыть, в избе наводить порядок. Потому что я, старшего нет, я старший. А у нас 10 человек, ребятишек, 10 в одной семье. А отец без руки с фронта. Он на поле.
А мать говорила, смотрите, Игнатий придет, он вам тут. И они уже старались приготовиться. А потом я их рано поднимаю на гимнастику. Я готовил команду мстителей. У меня несколько ружей, патроны, ножи. Я день и ночь занимался. Как говорится, на гвоздях спать. На поленях, стоя. Машину водить. В любой обстановке нигде не, живым не сдамся. У меня были даже собаки такие наученные, обученные. Занимался в уголовном розыске. Но Господь меня повернул, видишь, куда? Если бы раньше было, я бы чеченским боевикам пристал, чтобы коммунистам отомстить, что они сделали с народом. Споили, отняли веру в Бога. Я так понимал, Евангелия не было. Я каюсь, прости меня, Господи. А когда Евангелие в руки попало, теперь я понял, я виноват, прости меня, Господи. Бог открыл мне этот путь. И я вам скажу, что вот, чтобы вам все так разъясняли, каждый поступок, ни в одном лагере нигде этого нет. Я знаком с воспитателями. А как? Ну вот мы ходили, гуляли. Служба была, она девка с парнем, ходили, гуляли. Они ходили, гуляли. Во время службы у нас ни один шаг никуда никто не уйдет. Как воспитатели смотрят, чтобы ты жил в чистоте. Смотри, у нас какие девчата, они отдельно, туда никто в хрень не зайдет. Даже это у нас не то что, а в мыслях этого нету. А там что угодно. Два этажа, на одном спят мальчики, в другом девочки. Утром приходят воспитатели, все на одном этаже спят. По мусульманским мерам все достойны смерти. А у нас не так. У нас по-другому. Вот девчата приехали, мы говорим, с особым вниманием относитесь. Будьте внимательны. Так что слово не нравится, его, видишь, всяко можно обыграть. У нас был, я говорю, такой парень, ему там не нравится. Стали, я говорю, перечислять, что он назвал. А хорошее или плохое это? Он сказать не может. Ну как это не может? У нас нет драки, мы создаем 100% защищенность ребенка. Вот у вас мама вчера позвонила. Мама довольна? Да. Довольна. Они не жалуются, ничего. Это он, это Вика, это Виктория, видимо, звать правильно. Где-то ответили, мы доехали, все благополучно. Хотя приехали, не собрались, там не заплатили, ничего. Я сегодня сказал там, платить нечем. Значит, они 3000 прислали, я верну эти деньги, совершенно бесплатно будут. Матери одной трудно. Я принимаю это решение. Матери приятно это будет? Ясное дело, что если я одной трудно, я и поверил. Тимоша уже бегать умеет. Да как он бежал-то за Виктором Николаевичем-то? Замечательно просто. Так, вопросы есть какие-нибудь к Арсению и к Ване? Нет. То есть они поняли вас все правильно? Пойдемте молиться. Можно я скажу, Игнат Тихонович? Ай. Арсений хороший помощник в огороде. Мы с ним вчера были, он молодец прям. Полоть умеет. Вот прекрасно. И не плакал, все ему хорошие. Было хорошо. Молодец, Арсений. И Ваня может работать. Ваня тоже, но я вот с ним не работала, поэтому про Ваню. За солнышки без головного убора плохо. Пойдемте помолимся. Аккуратно. Так, рубашки застегнуть сразу. На молитву становимся. Я вот застегнулся, 60 лет не расстегиваю. Так научили. Так, девочки на свое место. Аккуратно, ну вот. Так, где моя половинка-то здесь? Никого нету. Ну, кто у меня здесь? Вот она пришла. Боже, милостью будь мне грешному. Создав меня, Господи, помилуй меня. Вячеслав я согрешил, Господи, прости и помилуй. Благослови наше пребывание здесь, успокой сердца родителей. Порадуй нас Твоим присутствием. Благодарим Тебя за эту природу, за все, что окружает нас, за мирное время. Посети больных, парализованных, слепых, которые не могут здесь быть. Порадуй их Твоим присутствием. Тебе, Боже, слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благодарите. Спасибо, Христос. Кто фуражки забыл, смотрите. О, фуражка тоже. Так, кто поможет нам, как все,
Так, становление идет. Еще такие парни получатся. Вы сейчас пол снимайте. А такие-то они еще.